Сегодня во время Public Talk, разговор на чистоту о федеральном проекте «Чистый воздух», я как раз сказала о том, что, на мой взгляд, роль общественности ключевая в том, что в стране наводится порядок с точки зрения выбросов крупных промышленных предприятий и вообще изменения отношения и власти, и бизнеса к ситуации с чистым воздухом. Общественность не только говорит о своем недовольстве, а параллельно вооружается специальной техникой по альтернативным замерам выбросов. Находит совершенно уникальные вещи, когда, например, ночью предприятие начинает выбрасывать больше в два раза, чем днем, чем, собственно, нарушает предельно допустимые нормы. Сегодня я хочу констатировать, что общественность сделала принципиально много для того, чтобы изменения в нашей стране стали быстрее. И важно сказать, что общественность в первую очередь слышит президент. И пример вот прямой линии президента, когда представитель общественности из Омска рассказал о тех проблемах, которые происходят сегодня в Омске, когда нарушается не просто предельно допустимая концентрация, а нарушается предписание Росприроднадзора, когда предприятия не реагируют ни на прокурорские запросы, ни на выводы Росприроднадзора, ни на штрафы, то есть нарушается. И сегодня по итогам этого выступления человек на нашей площадке сказал, что на него оказывается давление, на него как на представителя общественности, экоактивиста, который донес до президента реальную проблему. Вот я считаю, что задача нашей общественной палаты федеральной и как и региональных общественных палат доносить до органов власти и в первую очередь до президента нашей страны, что на самом деле происходит на местах. Мы огромная страна. И, безусловно, существуют ситуации, когда бизнес пытается что-то скрыть. Бывает ситуация, когда региональная власть пытается что-то скрыть. И высвечивая проблемы, а мы, общественная палата, и есть та самая общественность, высвечивая проблемы, говоря откровенно о проблемах, мы помогаем позитивно меняться и развиваться нашей большой, прекрасной и любимой стране – России.